упрощает геосистему. Чтобы больше никто не рассказывал, что население за коммунальное что-то не платит. Я не ходил куда-то в кассу. Все по-честному. Вот такой прибор, который позволял бы... Да. Мы его здесь как представляем датчики, которые можно установить как бы и дома, где можно использовать газоанализаторы, которые скидывают информацию. Вот, к примеру, загазованную сразу тоже. Система безопасности. С прибором учета можно снимать. Это тоже можно снимать, используется линия связи УАД, которая может практически к любому прибору сейчас подключить и скидывать информацию. А только дом или вы можете квартиру? Мы основной упор сделаем не на умный дом, все-таки управление территорией, именно со всей территории, чтобы снимать показания. То есть если многоквартирный дом, мы заходим уже в квартиры. И вот эта технология, она позволяет передавать данные через другие... Это очень хорошая вещь, да. На самом деле все передается. А есть уже живой проект? Мы планируем сейчас. Мы хотим от квартиры дойти до территории. Люди понимали, как они вообще. Люди социально составляют.